Первокурсники нового учебного года на радость педагогам и культорганизаторам оказались такие же активные, веселые и творческие, как и старшекурсники. Всего месяц учебы в политехе, а уже готовят собственные проекты и участвуют во внеурочной жизни техникума. Большинство из них учебу успешно совмещают с занятиями спортом и музыкой. Некоторые на сцене оказались впервые. Ну, как-то раз я услышал, произведение одно красиво сыгралось на концерте, в интернете посмотрел. Вот, решил научиться играть на гитаре, пошел в музыкальную школу. Там я учился полгода, а потом из-за обстоятельств сложившихся пришлось доучиваться самому. В интернете смотрел онлайн-уроки и сам. Сегодня первое твое выступление на сцене. Какие эмоции? Очень бурные эмоции, руки потеют, а для гитаристов это как бы, ну, сложно с мокрыми руками играть, вот. Волнение маленько, но потом вышел, когда все собрался, все хорошо. Это дает возможность первым курсом показать свой талант и как-либо проявиться. Я думаю, это хороший, наверное, способ показать, на что ты способен, и раскрыться самому, то есть перебороть свой страх в какой-то степени и показать всем людям, на что ты способен, и доказать себе, что ты можешь. Большое спасибо нашему техникуму, то, что мы можем выражать свои способности какие-то, такие мероприятия классные. Оригинальный жанр, вокал, танцевальные направления, игра на музыкальных инструментах. Творческие номера сменяли друг друга разнообразием жанров. В подготовке активное участие приняли наставники команд, студенты-старшекурсники. А активисты студенческого совета отвечали за организацию и проведение самого мероприятия. Сегодня праздник удался для всех. Мы на старт выпускали наших малышей, первокурсников. Я думаю, что их дебют удался, потому что мы сегодня зажгли новые звезды в вокале, в танцевальном направлении. И впервые у нас игра на музыкальных инструментах удалась. Конкурсно-развлекательное мероприятие – это супер, как успешный старт творческим мероприятиям на весь учебный год. И здесь нет главной задачи победить. Важно, чтобы первокурсники после этих насыщенных и активных дней влились в большую и дружную семью техникума, продолжили ее традиции, а в дальнейшем смогли стать наставниками для будущих поколений студентов. Анна Шурко, Павел Желтиков, РИА Ленинск.